Первый заместитель главы администрации Химок Дмитрий Кайгородов встретился с посетителями театрального катка, чтобы узнать, какие нововведения любители активного отдыха хотели бы видеть в следующем году. Ну, это прям любимое место, прям народ ходит сюда, молодежь ходит, да? Посетители катка отметили, насколько сильно за 3 года он преобразился. Сегодня проводили мы такую небольшую работу над ошибками, встречались с людьми, с молодежью, которая активно пользуется катком, разговаривали с теми, которые обслуживают этот каток. И получается, что на следующий год мы даже и добавлять ничего не будем. Вот сегодня вот тот уникальный формат, который мы за предыдущие 3 года отточили. И сейчас остается только поддерживать на таком же высоком уровне эту планку. И такие катки и дальше продолжать строить, создавать в нашем городском округе. Есть большой спрос, и это радует. В 3-м сезоне театрального катка на территории отдыха в дополнение к традиционному зимнему фудкорту установили кафе с панорамным видом на лед. Впервые открылась секция фигурного катания. Помещения раздевалки и проката коньков сделали больше. В начале года каток побил рекорд и стал самым посещаемым в Московской области. В следующем зимнем сезоне запланировано строительство 2-го муниципального катка в парке Экоберег, а через год в парке имени Величко на Сходне.